Всем доброе-доброе утро! Сегодня 26 ноября 2023 года. Наши детки играются. Вот так вот коврик был убран, а теперь я снова его поставила. Вот так они подзабыли его. И теперь с удовольствием играются. Мы вам передаем привет из нашего домашнего питомника Elite Pets. Крым, город Евпатория. Вот так вот наши детки с удовольствием играются. Так, это уже забрали подставочку у дочери. Вот так вот ложить туда, куда не положено. Поэтому всегда говорю, дорогие владельцы щеночков, да и постарше деток тоже, у них тоже может быть такое, что они что-нибудь могут взять неположенное и покусать, погрызть, испортить. Поэтому всегда будьте внимательны и ложите свои какие-то вещи, которые вам дороги, которые не должна взять собачка, на места и повыше. И тогда все будет хорошо. Так, ну что, мы начинаем здесь играться, бегать, веселиться всем. Весело очень. За окном, конечно, у нас погодка совсем не очень. Снова идет дождь. Как он нам надоел, если бы вы знали. Но что поделаешь, осень есть осень. Так что мы вот тут вот веселимся, играемся. Кто-то перекусывает, да, с удовольствием кушает и сухой корм, и подмачиваю им еще. Ну, так они его больше любят. Ну, балую своих деточек. Ушки все погрызли, а то, что не погрызли, забрали старшие собачки, поэтому сейчас досушиваются свеженькие с пылу жару, поэтому я угощу их чуть-чуть попозже с удовольствием. Ну, так как сегодня тоже праздник, День Матери. Вот, поэтому я вот уж точно к этому празднику подхожу. Мало того, что у нас три дочери, три наших человеческих дочери. И вот дочерей, сыновей у меня вот таких четверолапых очень-очень-очень много. Поэтому я вас тоже всех матерей поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, будьте счастливы. Пусть все у вас будет хорошо, пусть ваше сердце будет счастливо, будет спокойно за ваших детей. Ну и вот такой милоты вам в ленту. Детки наши играются. Ну тут, конечно, можно снимать бесконечно. Конечно, поснимаю сегодня, наверное, чуть-чуть подольше, потому что из Минска нас просили, очень-очень просили наша подписчица, чтобы я поснимала немножко подольше. Ну так вот, мы передаем привет в Минск и желаем вам хорошего настроения, всего самого-самого лучшего. Наблюдайте, смотрите за нами, если наше видео делает вас счастливее, если вы улыбаетесь, это же прекрасно. Поэтому оставайтесь с нами. Мы всегда рады хорошим, добрым, адекватным людям. Вот так вот раздирают этот коврик. Вот всем прям интересно, интересно. Вы посмотрите на них. Вот так, да. Нужно порою убирать некоторые игрушки, а потом снова их ложить. И как будто что-то новенькое им очень-очень интересно. Так, как всегда, конечно же, со мной прибежала наша красотулечка-дюймовочка. Красавица, просто красавица. Ой, вот такая вот любовь, да, дружба. Вот они. Угу. Оп, 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 все поприбегали. Мама чуть приблизила. Хотела показать дюймовочку-красотулечку. Преображается, ну, просто чудо. Да, конечно, уже немножко и растрепалась она. Дюмочка! Дюма красавица, девочка, зайка, вот такая сладкая. Дюмочка, Дюма, Дюма. Ой, девочка очень контактная. Просто вот настолько она очень интересная. Она вот как человечек. И лапкой там погладит, и где-то станет этими лапками на спинку, а попрется. Такая прям, ну и очень интересно за ней наблюдать. Такая красотулечка в поиске самой ответственной мамы. Девочка обрастает шикарно. Волос хороший. Причем она становится даже больше где-то шоколада у нее в окрасе. Да, вот такая зайка. Все ее любят. И она позволяет себе любить. Что самое главное. Но свой характер у нее тоже есть.
Смотрите, как она трепетно со всеми. Вот так, вот так, вот так. Пообнималась, пообнималась, да. Вот, красотулька, красотулька. Кого заинтересовала наша девочка, Дюймовочка, пожалуйста, обращайтесь. Я вам расскажу за нее еще больше, больше всего, всего, такая, как она есть на самом деле. Но девочка продается дорого. В семью без финансовых и других проблем. Кто может себе позволить мою крошечку брать с собой, всегда быть с ней рядышком, ну, чтобы она надолго не оставалась в вашем доме одна. Девочка очень любит общение с людьми, очень-очень. Поэтому будет рада всегда присутствовать с семьей своей, где бы вы ни находились, вообще везде. Ее размерчик это позволяет. Девочка маленькая-маленькая. Маленькая, легкая, аккуратная, красивенная, красивенная девчоночка. Вот такая, да, красавица. Вот так, вот так, вот такое общение прям интересно. Так, красотульки наши, так, уже кто-то тут проголодался, потихонечку, понемножку кушает. Детки, шпицульки наши, красотульки. И это Лаки, Лакушка, Лакушка, Лакушка. Детки, шпицульки еще обрастают, а, красота прям вообще. Это Лакушка, это Нолан, красавчик Нолан. И наша малышечка-хулиганочка, маленькая девочка, красотулечка, Флорочка. Девочка микро, микро-крошечка, микро-заечка. Такая маленькая-маленькая, легкая, пушистая. Так, детвора с удовольствием играют. Так, только не отгрызайте игрушечки, вот эти полосочки, солнышки мои, не надо. Мама потом пришивает, конечно, но что-то им нравится. Ну, вот такая вот любовь, игра. Очень контактная девочка. Очень просто с человеком будет прям с удовольствием всегда находиться рядышком. Так и есть, куда я, туда и она. Не все так собачки как бы ходят за мной. Но есть такие вот, которые прям вот понимают, что нужно идти за человеком. Так, что у нас там? Детки, осторожненько. Выложила им сюда лежаночки, они мне там немножко погрызли каемочку, пока я немножко сейчас ее подремонтирую, поэтому закрыла лежанки, кинула сюда. Но разбрасываю по разным сторонам, ну, делаю такую им разное все. Сегодня тут, завтра там, либо вот там, вот, ну, меняем обстановку. Чтоб не привыкали, чтобы не было им скучно, поэтому меняем обстановку. Вот такие игрульки мои, хорошие, хорошие игрульки. Так, Флорочка играется. Тут кто-то. Закапываемся, закапываемся. Такая лежанка глубокая, мягкая, они вот ее очень любят. Она, конечно, немножко дольше сохнет, особенно при такой погоде, как сейчас. Но ничего, ничего. Все успеваем. У нас очень много лежанок. Поэтому все успевает высохнуть. Поменяем всегда. Так, чуть-чуть поближе я вам снимаю. Посмотрите, чудо. Ага, вот, вот такое вот веселье у нас. Чудесное. Так, теперь подальше. О, зашел коврик, в общем. Да, мои золотые? А коврики тоже меняю. Бывает, там уже портятся. И так, мы не хулиганим, не обижаем маленьких. Все в порядке. Дружим, дружим, мои хорошие. Да, вот такие зайки мои, красотулечки. Нолан, Нолан, вот Нолан, вот Нолан. Нолан вот здесь. Нолан чуть-чуть посветлее, малыш. Лаки чуть-чуть потемнее. Вот такие сладкие мальчишечки. Дюмочка, Дюма, девочка. Девочка, Дюмочка, красавица. Красавица, да. Ну и золотые. Крошечки, хаврошечки. Так. О, там никого. Все сюда собрались, играются. Веселушечка у нас, веселушечка. Так, Дюмочка. Дюймовочка, солнышко, давай осторожненько будем, да? На кровати будем осторожненько. Вот так вот залезет туда.
так интересно, они хотят ее достать, а она-то наверху, а они не могут ее достать. Да, красавица? Димочка? Димочка, красавица, Димочка. Девочка моя красавица, моя лохматушечка, чертенок, как я говорю. Вот они дружат, дружат вот с этим мальчиком, прям дружат, дружат. Ой, такая золотая девчоночка. Все, побежала и на ту сторону, и на эту. Ой, девочка вообще контактная, контактная. Такая прям чудесная. Очень интересно за ней наблюдать. Очень умная девчоночка. Красавица. Так, тут Флорочка тоже с дружком своим. По парам разбились. И наши красотулечки, деточки. Сейчас я вам покажу их по отдельности. Да, все, мама опустила руку. Угу. Приветики, приветики. Всем приветики, мои сладкие. Сладкие деточки, конфеточки. Ну что, хочу немножко поближе показать вам наших мальчишечек, девчоночек. Вот этих вот красотулечек. Может быть, кто-то хочет поближе рассмотреть и увидит в наших детках свое счастье, да, вот такие сладкие девчоночки-мальчишечки. Итак, представляю вам, это мальчик по кличке Каир, вот такой красавчик, вот такой классный-классный, большие глазки, носик-пуговка, такие красивые-красивые уже ушки стоят самостоятельно, шикарно одет, просто, прям вообще классная-классная шерсточка, волос прям потрясающий. Вот такой красивый мальчик по имени Каир. Кого мальчишечка заинтересовал, пожалуйста, пишите. Звоните, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Пожалуйста, сразу всегда прошу, пишите мне в личные сообщения. Не отвечаю на просторах интернета. Не отвечаю по стоимости, по доставке внизу под видео. Давайте будем общаться в личные сообщения. Я всегда рада, всегда отвечу вам, расскажу, покажу дополнительные фото и видео. Вот такой красавчик Каир ждет свою мамочку и папочку. Очень красивый и хороший мальчишечка. Вот такой классный-классный. Так, следующий наш мальчишечка по кличке Нильс. Вот такой красавчик, немножечко боится, снимаю на столе. Мальчик с таким средненьким характером. Он и не хулиганистый, и не трусишка, но такой вот спокойный достаточно мальчишечка. Так, ребятушки, что там случилось, мои хорошие? Так, вот такой мальчик в поиске мамочек-папочек. Красивый, ушечки стоят, тоже самостоятельно стоят. Здесь немножко ушко подвисло, но оно встанет, встает, опускается. Вот даже не подклеиваю. Вот такой красавчик, тоже хорошо одет, очень прекрасный. Волос у него, да, вот такой золотой мальчишечка. Хороший-хороший, вот такой сладкий мальчик по имени Нильс. Красотунчик. Пока можно зарезервировать мальчишечку. И как только мы привьемся, пройдем карантинчик, и тогда сможем поехать в новую семью. Вот такой красавчик, достаточно спокойный малыш. Немножко страшно, да, снимаю на столе, поэтому немножечко страшно. Ничего, все хорошо, вы сладкий. Вот такой мальчоночек ждет свою ответственную семью. Кого заинтересовали деточки, пожалуйста, пишите Вайбер, Ватсап, Телеграм, телефончик под видео. Всегда рада общению. Дополнительные фото, видео, без проблем. Итак, знакомьтесь, наш красотунчик, мальчишечка по кличке Бантик. Вот такой маленький, курносый мальчик в поиске самой ответственной семьи. Он очень, думаю, будет похож на своего папу Леву. Вот такой маленький, коротенький носик, шикарный волос, будет потемнее мальчоночек. О, вот такой шикарный волос, классный, классный. Ушечки стоят. Такой мальчик очень активный, смышленый, небольшого размерчика будет. Вот такое солнышко по кличке Бантик. Бантик, Бантик. Классный-классный мальчик, очень интересный, красивый, сладенький-сладенький. Кого мальчишечка заинтересовал, пожалуйста, пишите Вайбер, Ватсап, Телеграм. Любые вопросики, дополнительные фото, видео, всегда рада общению.
Вот такой сладкий-сладкий мальчоночек. Красотунчик, красотунчик. И следующий наш красавчик, мальчишечка по имени Леон. Но мальчишечка не ищет себе семью, потому что он ее уже нашел. Да, вот такой сладенький мальчик уже имеет мамочку. Мы передаем мамочке Оксане привет. Мамочка, мы растем, все хорошо, развиваемся и передаем вам привет. И как только мы привьемся, пройдем карантинчик, сможем переехать к вам домой. Вот такое новогоднее чудо скоро будет жить у вас. Да, мой сладкий? Вы такой сладкий-сладкий, нежный мальчишечка, нежный, ласковый ребенок. Вот такой сладкий мальчоночек. Да, остальных братиков можно зарезервировать. Это чудо уже имеет свою прекрасную семью. Так, и вот у нас одна единственная девчоночка. Малышка, помощники мои там есть. Вот такая сладкая девочка. 4 сыночка и лапочка дочка. Девочка Глория. Маленькая, аккуратная крошечка. Боится, вот совсем боится, не любит, когда ее фотографируют или снимают. Есть такие собачки, которые прям зажимаются. Это вот она. Да, как только ее опустишь, вот она сразу же бегает, играется. А тут она вот так зажалась. Поэтому я уже чуть-чуть поближе к ней подошла, чтобы она не так прям смущалась. Вот такая красотулечка. Девочка по имени Глория. Тоже свободно. Так, подальше немножко. Такая маленькая, аккуратная солнышко. Ушечки стоят. Волосики красивые, густые, хорошие. Не бойся, моя сладкая. Вот такая малышечка Глория, свободна для резервирования. Как только девочка привьется, сможет переехать в новую семью. Крошечка, крошечка, малышка. Сладкая девчоночка. Кому девочка понравилась, пожалуйста, обращайтесь. Пишите, звоните. Вайбер, ватсап, телеграм. Всегда рады общению. Дополнительные видео, фото. Всегда без проблем. И такая моя сладкая, сладкая девочка. Не бойся, не бойся. Да, нежная, ласковая девчоночка, поэтому иногда немножко зажимается, да, боится, боится. Как только опустишь ее на пол, она сейчас сразу же побежит. Вот такое чудо может быть ваше. К Новому году, может быть, чуть-чуть пораньше, может приехать такая классная-классная девчоночка. Напоминаю, что доставочка у нас есть в любую точку мира. Стоит только захотеть. Вот такая сладкая девчоночка Глория ждет свою мамочку. Тики-тики-тики. Все, вот Глорию отпустила, и она уже побежала. Да, вот так бывает. Есть такие собачки, которые совсем не хотят фотографироваться, сниматься. Ну, вот так они себя ведут. Поэтому так иногда бывает, что как будто многие люди недалекие постоянно пишут, ой, больная или что-то еще. Нет, все абсолютно здоровые, потому что, ну, не нравится. Что-то уже у меня тут вытащили какие-то кусочки. Не нравится ей так вот фотографироваться, сниматься, поэтому она так себе ведет. Так, мальчички, да, сейчас с нее снимут, конечно, бантичек, но я пока не снимала, чтобы вы увидели, что девчоночка в порядке. Ну да, я поняла, бантик прям очень-очень интересует всех, конечно. Так, ну ладно, ну зачем ты? Она же маленькая девочка, ну все, снимать надо бантик, потому что они за нее, за этот бантик к ней пристали. Мальчишечки. Все. Давай, все, снимаю так бантик. Ох! Все. Сейчас пока ее забрала, а то они нападают на нее. Она не любит. Она нежная девочка, очень нежная, поэтому они на нее насели. Все, бантик я сняла. Давай, беги, моя сладкая, беги. Все, бантика нет. Все смотрит. Что же мама? Почему же мама ее поставила и брала на руки? Да, вот так вот. А эти тут продолжают. Веселушка. Здорово, да. Ну, вот такие вот коврики, кстати, как вариант, можно приобрести. Игрушечки мы меняем.
бывают они их сгрызут, бывают там пачкаются, все стирается, да, все чудесно. Вот такие наши девчоночки, мальчишечки. Вот так еще этот звоночек прям классно. Так, дюймовочка спрыгнула. Что мы там кушаем? Угу. Налетели пацаны уже. Что ты, моя хорошая, хотела? Так, мальчишки уже, конечно, да, начинают приставать, девчоночки. У нее все в порядке, ничего нет. Да, вот такие мои красавцы, красавцы вообще. Просто мальчишки потрясающие. Так, мама на фотозону начинает уже обдирать. О, что у нас тут? Поломка, да? Давайте я поправлю, ребятушки, поправлю. Все, да, вам зашел прям коврик. Давно вы его не видели, да? У нас там штуки 4, по-моему, таких коврика разных. Вот так интересно. А, интересно, да. Вот такая любовь, да. О, вот так. Что ты? Укрываться будешь, рыбка ты моя? Ну, так, да. Укрываемся. Тебя укрыть, моя хорошая? Давай, мама, тебе. Все, девочка укрыта. Ой, сколько радости она приносит. Я прям не могу. Нет, все, давай, я заправлю. Ну, не надо хулиганить, не надо. Вон ты взяла от конфетки бумажечку. На, играй. Чертенок мой, чертенок, красотулька и чертенок я ее называю. Посмотрите, только посмотрите на эту мордашку, она просто потрясающая, маленькая, аккуратная, волос просто шикарный растет, да, она так вообще сейчас, что просто в стрижечке, но она будет вообще очень красивой. Отпустите, ну у нее уже и так красивая мордашечка, здесь вот волосики. Да, мы были на улице, гуляли, бантик уже наверху, да ничего страшного, скажи. Уж его поправлять каждый раз. Нет, не будем. Дитё себе играется, довольная, в полной свободе, поэтому зачем там уже эти бантики поправлять. Привет, мальчишки, привет, Нолан, Лаки, Нолан, Лаки, дайте свои носы, носы сладкие, дайте. Все мне от вас, золотые детки мои. Так, ну что, дорогие друзья, можно снимать долго. Вот тут мои хулиганы мою фотозону разрывают. Сейчас мама тут поправит все. Угу. Оп, все, мама убрала. Занятие теперь будет другим. Ну зачем, не надо, там эти нитки могут порезать вам десенки. Гуляйте, играйтесь тут. Вот такая вот дружба прекрасная. Осторожно надо. Ну, мои ребятушки, ребята, так. Да, осторожнее, ну. Угу, вот, да, уже нужно забирать. Тихо. Все, забираю мальчика. Немножко успокоиться. Угу. Ну, а потом уже снова отдаю. Поэтому нужно быть осторожным всегда. Ну, иногда они заигрываются прям такие чересчур мальчишечки. Да, красотунчики. Так, ты один остался, да, мой хороший? Вот так вот он играется. Так, Бантик к нему подошел. Бантичек. Вот когда я его снимала, ушки были в стороны. Ну, потому что, когда снимаешь на высоте, то есть на столе где-то или даже на руках бывает, они не напряжены, и бывает, что ушки поднимают как-то, либо опускают, либо глазочки щурят, ну, такое. А сейчас вот ушки у него вот прям ровненько, такие вверх, прям красавчик, Бантик, очень красивый мальчик. Я думаю, что он будет в папу, такой же курносый. Мамы тоже носик не длинный совершенно, очень красивая пара, прям красивая. Поэтому
такие детки у нас замечательные. Это замечательные. Так, это Каирчик тут что-то рвет. Вот так, вот так, вот так ему. Красоточек. И Леончик. Леончик тоже не отстает от всех. Да, вот так вот они играются все. Так, Флора, Флора, Флора тут с бантиком. Ух, ух, ух. Кто кого, кто кого. Ну, Флора, конечно, всегда побеждает. Это бесспорно. Она такая настойчивая девочка. Прям маленькая-маленькая, очень маленькая. Возможно, как там видео увеличивает. Но она вообще маленький колобочек. Вот сейчас уже будет переодеваться, и как только переоденется, вообще такая прям классная девчонка. Так, кучка мала. Ой, Лаки, Лаки, красавец. Лаки играет. Красавчик. Вот такой, так вот весело. Так здорово. Вот так, и так, и так. Ну, ребенок просто. Счастливый ребенок. Покушали, теперь играемся. Да? Лакушка, Лакушка. Убежал, убежал. Да, кстати, еще спрашивали по поводу кличек, имен собачек. Можем ли мы поменять имя, которое дали вы, на свое? Конечно, можете. Конечно, обязательно можно. То есть, по желанию можете вы поменять имя своему питомцу. Ну, мы называем, потому что, ну, я же не могу называть их, эй, ты, вон тот побежал вот туда, направо, налево. Нет, они же личности, они же каждый по-своему индивидуален, они разные. Тоже писали мне, как вы их различаете, они все одинаковые. Нет, ребятки, они все разные, абсолютно разные. Это вам, может быть, так кажется, но они разные-разные. Мало того, что они разные по типажу, они еще разные по характеру, это видно. Ну, я же с ними с самого рождения, я же вместе с ними, я их мама, поэтому, конечно же, я знаю. Так, бантичек уже, давай, забрали. О, красотка, все, бантик у меня, а красотка без бантика. Ну, вот, что же сделать, да? Кисюня, Кисюня, вот такой чертенок, да, я поправлю тебе. Ладно, гуляй. Вот, поэтому вы можете, конечно, поменять имя любое, какое вам понравилось. Они еще совсем маленькие, чтобы привыкнуть. Да и, в принципе, когда они переезжают в новую семью, они привыкают к тому имени, которое зовут их. Что случилось? Что такое? А что, я не поняла. Что за стойка? Красота моя. Ты, в общем, всех сбаламутила, да, и убежала. Ага, вот так она вот делает. Угу, и эти навалились. Так, 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 там бантика моего. Тю, бантик вырвался из кучи. Ну да, сейчас раз и убежит. Молодец, очень умная собака. Она прям настолько поражает меня своим умом и сообразительностью. Все она знает, она не пищит, она раз и убежала. Ой, ну, не знаю, как охарактеризовать ее. Интересно, интересно. Прям за ней наблюдать, просто, просто счастье какое-то. Вот так, бегаем, прыгаем, играемся. Вот так хочется достать же. Уже отгрызли, да, одну игрушечку. Вот так, классно. Так, привет, 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 зайка. Это Леончик, Леончик хулиганит. Да, сладкий мой мальчик. Нолан, Нолан красавчик. А кто мне тут прям, прям платье мое рвет? Ох и детки, хулиганы, хулиганы. Да, привет, привет, привет. Так, с руками не даем играться, да. Давайте какую-нибудь игрушечку возьмем. Давайте вот этот вот бубличек. И будем вот так, да, играться. Чтобы руки они вам не кусали. Угу. Зубочки-то растут, растут. Они такие прям остренькие-остренькие. Так, давай, привет. Ой, налетели, налетели, налетели все. Красотулечки. Флорочка, девочка моя. Красавица. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
Осторожнее, пожалуйста. Осторожнее. Нильса уже затоптала. Нильсик. Нильса. Нильсик. Красавчик, 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 красавчик. Все красавцы, все мои замечательные детки. Все, я буду с вами прощаться. Да, надо бежать еще к остальным деткам, которые у нас постарше. С вами можно бесконечно находиться. Просто улыбка не сходит с лица, поэтому, ну, я счастливый человек, что сказать, да? С гордостью, с громким словом, с большой буквы я хочу сказать, что я счастливый человек, потому что у меня много счастья есть, которое вот так вот радует, да? Жайка. А эта хулиганка тут все мне постель расправляет. Девчонка, красотулька. Да, вот такие наши девчонки. Мальчишки, игрульки продолжают играться. Да, хвостики. Тики-тики-тики-тики-тики. Ну, а я пойду уже дальше заниматься делами. Осторожно. Ребятушки, ребятушки. Чуть-чуть спокойнее, спокойнее, да, да, спокойнее. Детки, бантик, 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 все хорошо, все, мы сладкие, все, все. Потихонечку не деремся, просто играемся, но не деремся, мои хорошие. Так, ну все, дорогие друзья, хорошего вам дня, хорошего настроения. Пусть исполняются все-все-все ваши желания. Вот такие сладкие детки. Мы вам желаем всего самого-самого доброго. Кого наши детки интересуют, пожалуйста, пишите Вайбер, Ватсап, Телеграм. Сразу пишите в личные сообщения по телефону. Телефончик всегда указан под каждым видео. Набирайте, спрашивайте, будем общаться, не ругаемся. Покажу еще какое-то дополнительное видео, если вам нужно. Расскажу, будем все обсуждать. Доставочка есть в любую точку мира. Вот стоит вам только захотеть. Конечно, вы должны понимать, что чем дальше вы от нас, тем дороже стоит доставочка. Но нет ничего лучшего, когда к вам приедет вот такое маленькое счастье. Будет вас радовать, радовать долгие-долгие годы. Приближается Новый год. Делайте себя счастливыми. Делайте подарки своим родным, близким. Но помните, что животное, собачка, кошечка, будь какое животное, это не игрушка. Что живут они долгие годы, что нужно ухаживать, что нужно смотреть, приносить, вносить финансовую какую-то трату, прививать, кормить, вкусняшечки, одежки и так далее. Прежде чем вы приобретаете животное любое, подумайте много-много раз, а нужно ли вам, а сможете ли вы, а стоит ли это сделать. Поэтому будьте людьми и всегда помните, что мы в ответе за того, кого приручили, что нужно ухаживать, нужно время. Не стоит думать, что собачка покушала, живет в теплом доме, и этого достаточно. Нет, нет. Я думаю, что еда и теплый дом – это не все, что нужно нашим питомцам. А внимание, а любовь, а забота, а время Ой, осторожно, осторожно. Нужно и уделить внимание, и погулять, и расчесать, и погладить вот так вот, да, и тогда они приносят вам огромное счастье. Все, дорогие друзья, пока-пока, до новых встреч, всех обнимаю, всех целую, всем хорошего-хорошего настроения, хорошего дня.